реально против, были два основных кандидата. Против одного проголосовали 8, против другого 12. Это был шок. Почему не замечаешь? Так, привет, привет. Грант. У Гранта горит жопа. Отвечаю, просто горит сильно. Если Дава согласится встречаться с тобой, бросишь Диму? Ты как так звучит? Если согласится, я же не предлагала ему встречаться. Почему Грант отказался от Кристины? Я не знаю, честно говоря, я пропустила этот момент. Ты очень неприятная. Я вообще согласна. Я очень ужасная. Я причем всегда говорю, как послушаешь тебя, ты всегда ни при чем, нигде. Слушайте, это не я переписывалась с другими бабами. Это переписывался Дима в новогодние праздники. Не я изменяла, как бы, не я это все делала. Почему я должна быть виновата в поступках других людей? Крис и Артем сейчас не вместе. Завтра у Кристины операция. Она очень там переживает, нервничает, но переживает немножко не по этому поводу. Я сама сброшу Димку в таком случае. Ух, ничего себе, у меня секьюрити появился. Нет, я не хочу нос, кстати, себе делать. Зачем? Та девочка к Диме прийти не хочет, не знаю. Я тогда умру. А чего ты там умереть собрался? А? Крис, ну, когда у нее спросили, типа, проще ей будет, чтобы он ушел или нет, она сказала ей все равно, потом заступилась за него. Да я замечаю ваши вопросы. Я не хочу, кстати, делать ринопластику по одной большой причине, потому что это страшно. А вдруг сделают как-то плохо? Это же лицо. Вон, Болинская сколько раз делала операцию на нос. Другие люди тоже. Не хочу, правда. Собралась, я девушка. Я же не знаю, кто там пишет вообще. А я, кстати, тоже не понимаю, почему мне все пишут за нос, если меня он устраивает. У меня такое ощущение, как будто у всех людей, которые пишут про это, комплексы какие-то. Я на самом деле в город собираюсь, да. Все, я ответила на вопрос. Едем в город, едем. Конечно, это моя изюминка. Это 5-минутное дело ринопластику сделать легко. Зачем мне делать? Думаешь, Альбине нравится Тёма? Кстати, Альбина сегодня проголосовала против Васильева, хотя... привет, Дан. Хотя, короче, Альбина Артему предлагала там погулять, сказала, что он ей нравится, и сидит такая... Да успокойтесь, я этот не переживаю, когда мне, короче, про мой нос говорят, мне реально пофиг. Нет, я не смотрела, кстати, никакие ЧБД помахать. Приветики, Стальянчик, можешь почаще делать мейкап? А я, вот то, что вы сейчас видите, я каждый день так крашусь. Там у Юли Шнобель, ого-го. Так Юля же, по-моему, сегодня по голосованию выкинут. А, и завтра я уже, кстати, появлюсь в эфирах. Да, завтрашнего дня. Конечно, я знаю, что я прекрасна.